Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим Андаинга и его третью способность, Томб. Начнем с того, что Андаинг может хилить свою Томбу. Например, ставим. Враг атакует. Опс. И мы можем хилить. Чем больше будет зомби, тем сильнее будет идти хил. Вы видите, да, зомби появляется, хил сильнее и сильнее идет. Далее. Можно убить зомби с помощью Мидаса. Ну, само собой, мы за это получим еще и деньги. Мы можем использовать урну, и у нас будет регенерация здоровья. Зомби не сбивают урну, но они сбивают другие источники восстановления здоровья. Например, там ботл сбивают, кобу регена хп, мп. Это зомби сбивают, но урну почему-то не сбивают. Также мы можем Андаингу собрать рефрешер и поставить две тамбы. Ну, по логике будет два раза больше зомби. Давайте мы это проверим. Раз, два. Вот вы видите, они появляются быстрее и больше. Все, мой герой, он практически не двигается, понимаете? У меня монитор на одном месте стоит. Вообще ничего не двигается, просто пиксель замерз. Ну, это минимальная скорость, я уже говорил, делал видео, что минимальная скорость 100, меньше нету. Ну, вот вы видите, какая куча мала, это просто жесть, это невыносимо, я не могу это видеть. Давайте быстрее умирайте. Так. Далее, хорошая связка Undying плюс Naga, потому что когда Naga ультует, работает тамба и появляются новые зомби. И опять же, здесь хорошо заходит, ну, заходит рефрешер, смотрите. Наблюдайте, это очень опасно. Дома не повторяйте. Ставим тамбу, используем рефрешер, тамбу, ультует Нага. Например, здесь куча-куча врагов, да? Не один чен, а куча врагов. Она ультует, и в это время появляется очень много зомби на каждого врага. Не на одного, на каждого. И заметьте, зомби окружают. То есть, когда Нага ультует, да, враг стоит на одном месте, и зомби окружают врага. А дальше, ой. Чики-пури. Так, не надо убивать. Не убивайте моего чена. Все, спокойно. И последнее, самое вкусненькое. Чен может приручить себе зомби. Так же, как, скорее всего, коза может, но доминатор не может, как ни странно. То есть, Undying ставит томб. Чен приручивает зомби. Все, теперь они друзья. И зомби нападает на создателя тамбы. Пишите в комментариях, знали ли вы про все эти особенности. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.